Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. Предновогодние дни – самое подходящее время для того, чтобы подвести итоги за год уходящий. Поэтому, прежде чем поздравить вас с наступающим 2020 годом, я хочу сказать несколько слов о том, как прошел год уходящий, 2019. Надо сказать, что этот год оказался знаковым для нашего канала. За истекший год на наш канал подписалось больше 20 тысяч зрителей. Это отличный результат. Я очень вам благодарен. Искренне благодарен каждому из вас за ваше внимание, за то, что на протяжении всего этого времени вы оставались с нашим каналом. За ваш фидбэк, за ваши комментарии, за ваши советы, за ваши оценки того, как мы снимаем наши видео, за пожелания к тому, что надо было бы изменить. Я хочу сказать, что я обязательно прислушиваюсь ко всем тем советам, которые вы даете. Ваше мнение очень-очень много для меня значит. И еще раз хочу поблагодарить всех вас, дорогие зрители, за то, что в уходящем году вы были с нами, вы смотрели наши ролики, вы были с нашим каналом Underworld. Очень большой вехой в уходящем году для канала стали съемки на Северном Кавказе во время нашего трипа по республикам Северного Кавказа, где мы отсняли очень много интересного материала о заброшенных рудниках, о заброшенных местах на Северном Кавказе. И этот материал мы публиковали на протяжении нескольких месяцев. И судя по оставленным комментариям, судя по огромному количеству лайков под этими видео, вам очень понравилось то, что мы сделали во время этой поездки. Еще очень интересным материалом оказался ролик о подземном зернохранилище Росрезерва. Надо сказать, что он просто взорвал интернет. Он набрал почти 1 000 000 просмотров всего за несколько месяцев. Я очень надеюсь, что еще чуть-чуть, и мы перешагнем планку в 1 000 000 просмотров на одном видео. До сих пор пока на канале Underworld не было еще ни одного такого видео. И теперь несколько слов о том, что планируется в следующем 2020 году. Я очень надеюсь, что если все пойдет по плану, так как намечено, так как я планирую на следующий год, то мы расширим съемки не только российскими заброшками и подземкой, но и будут ролики, будет видео об очень интересных заброшенных и подземных местах зарубежных. Поэтому мне было бы очень интересно услышать ваше мнение, насколько вам будет интересно смотреть видео о подземке и заброшках, которые находятся за пределами России в Европе. Ну и в завершении мне, конечно же, хочется поздравить всех вас с наступающим годом. Друзья, я поздравляю всех вас с наступающим 2020 годом. Я желаю, чтобы в новом году все ваши желания исполнились. Все те планы, которые вы наметили на будущий год, были вами реализованы. Я желаю вам как можно больше новых впечатлений, как можно больше интересных событий в наступающем году. Желаю вам весело и интересно справить Новый год. Весело и интересно провести новогодние каникулы. Друзья, с наступающим вас 2020 годом! Всего вам самого наилучшего в наступающем году! До скорых встреч в новом году! Ура!